Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Завершено строительство железнодорожных эстакад по Павелецкому направлению. Как сообщает пресс-служба столичного департамента строительства, сейчас работы ведутся по последнему участку автомобильной дороги, который проходит под новыми железнодорожными эстакадами. Также в сообщении отметили, что работы проводят и по устройству водостока, и наружного освещения. Этот этап завершающий на участке Южной Ракады от Балаклавского до Пролетарского проспекта, добавили в ведомстве. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!